Опа! Ученый, отлично! Пистолета, к сожалению, нету. А 0.35 у нас есть! И дэшки есть! Да, за что такой спавн? За что ж ты такой спавн, плохой чуваки? Блин, прям возле дэшек, но и возле машины. И если дэшки нам сейчас мешаться не будут, мы по-быстренькому прокачаемся и свалим с этой опасной лайт-зоны. Ну, хотя, может быть, и не сразу, может быть, сейчас до черной карты нам если дадут прокачаться, то можно там заглянуть во всякие оружейчики. Так, закроем на всякий случай, да. Все, дальше прокачиваемся. Ну, в принципе, пока что все хорошо. Дэшка всего лишь одна. Здесь, и вроде она мешать мне не собирается. Так что черная карта у нас уже, можно сказать, в руках. Если какие-нибудь CCP сейчас не придут. Так, все, еще раз на файн. У нас будет CCP-500 и черная карточка. Пойду просто прямо по кругу, по комплексу и буду искать оружейчику. И, кстати, я могу там посидеть и подождать маску. До свидания. До свидания. Ой, тут еще ученый. Ой-ой-ой. Это нам не надо. Нам оружие надо. Оружие, срочно. Срочно нужна оружейка. Он сейчас прокачается и пойдет туда, значит, в оружейку брать оружие. А нам это не надо. Нам это не надо. Не-не-не-не-не. Чувачок, шашлычок. Не-не-не. Ты мне не интересен. Мне интересно только оружейка. Это можно, в принципе, взять. Да, думаю, это можно взять. Оружейка. Можно мне какую-нибудь оружейку? Что там? Где оружейка? Где оружейка? У меня есть это самое, черная есть. Пойдем в оружейку, Где, знаете оружейку? Тут. Все, отлично, пошли. У нас дед и маска есть. Дед и маска, чуваки. Окей. Так, смотрите. Значит, вы убегайте, а я маску тут подожду, убью маску, значит, сюда, потому что пойдет, скорее всего. Ой, дед, до свидания, чуваки. Надеюсь, не зафлешится? Не, нормально. О, масочка. Хорошо, масочка. Привет! Сюда! Алло! Не надо. Все нормально, окей. Сюда! Да, я убил маску. Да не надо, у меня есть хилка. Забирай. Все, понял. Дед идет. На месте стоять, лицом к стене. Все, за мной пошел. Быстро. Бежим. Бегите. Я задержу чела. Давай сюда. Ой. Патрон нету. Валите, чуваки. Валите. Нормально. Валите. Тихо, молчать. Молча, иди за мной. Все. Вова Пряник. Как дела? Вова. Он сейчас будет уходить, хилить стамину. Я с патроном, мне еще много. А, нет, все. Все, пацаны, пошли за мной. Быстренько. По быстрому лямбусу вас выведем сейчас. Опа, знаем Бебра. Бебра за мной пошел быстро. Там кто-то остался. Ладно, пофигу. Надеюсь, там ученый выведет их. Там кто-то из дэшек остался. У нас. Так, есть что? Нет, ничего. Есть аптеку? Стоять на месте. Падла. Чуваки, есть аптека? Меняю аптеку на SCP-500. Вот вам SCP-500, держите. Надо зеленую конфету? Да, надо. Вообще круто было бы. На. Ой, чувак, ты самый лучший просто. Так, ладно, я пойду направо, выйдите прямо. Ой, как хорошо. Ой, как замечательно. Еще сейчас патрончики здесь залутаем, чуваки. Патрончиксы лутаем. И оружие, конечно же, мы перезаряжаем. Ну, чуваки, видели, как я маску переиграл и уничтожил? Так, какая у меня броня? А, средняя. Просто реально уничтожил маску с помощью хитрости. Я знал то, что он сейчас прокачается и будет идти сюда, но нет. Здорово, пошли. У тебя есть карта на выход? Нет, у меня только желтый. А, пойдем, я тебя выведу. Чекпоинт вот здесь, вот Б. Все, давай. А кто у нас по ССП? А, 106-го только видел. Так, похилимся, патрончиксы еще возьмем.
И сейчас обратно мы, конечно же, пойдем. Так, что у нас есть нового в Стиме? О, точно, Elden Ring! Я же давно хотел в него поиграть! Я даже совсем забыл то, что он вышел. Так, ну, стоит он дорого, придется пополнять Steam. А поможет мне в этом, конечно же, Купикод. На Купикод ты можешь пополнять свой аккаунт быстро и безопасно. Вводишь свой логин Steam, после чего выбираешь сумму, на которую хочешь пополнить. Можно пополнять российские, казахстанские и долларовые аккаунты. После чего вводишь мой промокод HELDOR и получаешь минус 2% комиссии. Ну и конечно, не забудь авторизоваться через ВК или Telegram, чтобы получать кэшбэк при пополнении. А если какая-то игра недоступна у тебя в регионе, то ты можешь купить гифт. Переходишь в раздел «Гифты», «Недоступные в РФ» и выбираешь игру, которую хочешь купить. Кстати, Купикод полностью повторяет скидки из Стима. После того, как выбрал игру, нажимаешь «Купить» и вводишь ссылку на свой профиль. И, конечно же, не забудь про мой промокод HELDOR, чтобы получить скидку 10% на гифты. Ну и, конечно, не забывай участвовать в конкурсе «Купилиард призов». Все, что нужно, это пополнять Steam, чтобы получать билетики. Чем больше билетиков, тем выше шанс победить. Можно выиграть игровую гарнитуру или видеокарту. Купикод, ссылка в описании. О, мог, хорошо. Мог нам надо. Опа. Сюда. Выходите, чуваки. Так, наверное, похилимся, в принципе. Аптечек у меня достаточно. Вон, еще плюс одна аптечка. А главное, сейчас это ни к какому-нибудь скромнику не попасться. Потому что от скромника меня Кока-Кола не спасет. Я не знаю, есть ли скромник или нет, но вполне может быть, чуваки. О, у меня же еще зеленая. У меня же еще зеленая конфета, точно. Не понял. Кто там? На месте, если только съездил! Сюда! Кого ты хотел убить? Ты! Шушера! Ой. Комп? Привет. Оп. А вот так? Нет. А вот так? Ой, спасибо. Спасибо, что открыл. Собака открыла мне дверь. Спасибо большое. Блин, там собака-комп. Собака-комп, дед. До свидания. Соси жопу, комп. Однобитный, одноядерный говнюк. Собака, дед, комп. Чуваки, активируем генераторы. А я зеленую конфету не съел, что ли? Или я забрал у дочки зеленую конфету? А, нет, я съел зеленую конфету. Гены, чуваки. Срочно, гены. Здраво. Срочно надо гены активировать. Гены. Да. Погнали. О, вот один есть. Давай. Так. Начни, Халдор, начни их стримы снимать. Я бы с удовольствием. Стримы снимать? Бежим! Микро. Давай. Если выживете, открой, конечно. Ай. Так это комп, я никак я могу открыть тебе. Да, комп. О, трать энергию, говнюк. Давай, трать свою энергию. Давай мне. Хорошо. На Халдор аптечку. Хорошо. Я знаю, что это подколы на аптечку. Давай. А, у меня места нет. А, нет, есть. Халдор. Чё? Халдор. Ген, чуваки, охраняйте тут ген. Охраняйте тут ген. Да, ты видео. Что там? Блять, я чуть не сдох. Пусть идет ген активировать. Что там? Там с собакой, там, блять, рептилия, ящерица нищая. Погнали, загасим. Зачкой. Погнали, осторожно только. Во, да, гасите. До свидания, ПС! Сюда! Охренеть, вы видели, сколько он мне хп оставил? Просто на последних хпшечках. Чуваки, выжил. А чё? Где твоя собака? По-моему, закончилась твоя собака.
Чуваки, нужно гены. Гена нужно, гены. Гена, да-да-да, активируй. Тут дед, тут дед. А, дед, это... Внизу где-то. Пойдемте в микрохит, там подожди, подожди. Лево, левый дед. Не знаю, как твой ник. На, возьми мою черную карту, иди боеголовку. Иди боеголовку активируй, все, леволовка. На улице, на улице. Он выключает генераторы, походу. Включаем заново, У меня еще есть, заряд, нормально, у меня дофига заряда еще. Кто? Кепка-невидимка? Уходим, чуваки. Да зачем ты закрыл? Открой. Ой, хватит по мне стрелять! Ущёбки свои же по мне стреляют. Ну ты вообще... Ай! Кто тут кинул? Мячик, ё-моё! Да ё-моё, какой мячик, отстаньте! Мы не слышим, что-то там... Да, конечно. Я видел, как он к нам шел. Убивать он нам не хочет. Хорошо. Да, ну так потому, что у меня кепка-невидимка. Вот как только ты умрешь, сразу выпустим. Сейчас за компа мы тебя деактивируем. Дед! Кто? Пока, дедуля! Ах, ладно, не пока. Ты меня сейчас ёбнешь. Есть аптечка, чем похилиться? Есть. Я сейчас сдохну, дай, пожалуйста. Валим. Он не может двери закрывать, потому что боеголовка активна. Надо боеголовку защитить, чтобы он не... Защищаем одеда боеголовку. Он сейчас здесь будет. Огонь, по-старому, сзади! Ой, ёбнешь! Огонь! А-а-а! Флешка, ё-моё! Нифига не вижу. Чуваки, нифига не вижу. Он внутри зашел? Он внутри. Сейчас отменит. Я гранату кину. Хорошо. Идёмте. Идите туда. Я пойду, наверное, куда я пойду? Ладно, фиг знает, куда я пойду. Хилки есть, чуваки? Есть хилки еще? Нет, иди отсюда. Есть. О, спасибо. А, я... О, ген! Два гена активированы, чуваки. Я пойду доактивирую последний. О, все, отлично. А, нет, это мог. Это не то. Так, а здесь же у нас гены или не здесь? Да, здесь гены, хорошо. А, все! Три гена, отлично. Компудахтер, пока! Пока, чувачок, шашлычок. Так, это мы берем. Это нам все надо, конечно же, мы это берем. Это мы все берем. Че, все? Компудахтер у нас закончился. Так, моя любимая прокачка. А, нет, не вот это. Вот это вот, да, моя любимая прокачка. Так, что я хочу? Микрохит хочу выкинуть и взять дополнительно, наверное, сделаю вот так вот. Хоп. И возьму еще вот так вот аптечку. Хорошо, все, чуваки. Так, ну я сделал уже минус 3 SCP, чуваки, чтобы вы понимали. Осталось четвертого убить. Я сделал минус маску, минус компа и минус собаку. Осталось только деда завалить, в принципе. И я буду очень доволен. Но не думаю, что у меня, конечно, это получится. Хотя, почему бы и нет? Дед тут? Где дед? Дэшка. Последняя дэшка в офисе. Хорошо, я на улицу. Даже если последняя дэшка в офисе, то... Вот дед-то все равно еще остался. Вали. Там дед, там. Да пофигу. Да, дорогие друзья, погода в комплексе сегодня... Слышь, ты! 12% хп. 12% хп! Сюда иди! Ты! Говнюк! Вали, деда, вали! Сюда иди ты! Чё убегаешь, я спрашиваю? Все, минус дед. Он не успеет. Даже если захочет. Он не успеет. Стоп, я убил деда? Стоп, ты убил деда? А, не, боеголовки, блин! Я думал, я его добил. Ну ладно, минус 3 степи в любом случае, чуваки. Это круто.